Минский гандбольный клуб «СКА» готовится провести первый матч третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ. В соперниках у нас немецкий клуб «Райан Левен». Фаворита определить несложно. Львы являются грандами на мировой арене. К тому же они дважды выигрывали Бундеслигу в 2016 и 2017 годах. Тем не менее, тренерский штаб армейцев вовсе не сдался на милость победителя. В домашних стенах белорусы надеются дать бой именитому оппоненту. Должна быть строгая дисциплина, полнейшая концентрация при каждом действии. Вот. Ну и надеемся, что у нас получится связать индивидуальную игру Шмидта. Вот, не буду раскрывать секреты. И его взаимодействие с линейным – это самая сильная у них связка. Хотя я повторюсь еще раз, что слабых сторон у команды нет. Мне же остается сообщить, что матч СКА «Райан Левен» пройдет в воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.